Що ж, дорогі наші телеглядачі, а ми пропонуємо вам поспілкуватися з нашою ранковою гостею. До нас сьогодні завітала Марія Тернова, кандидат у майстри спорту жимолежачі. І разом з Марією сьогодні ми будемо робити зарядку. Привіт, Маша! Привіт! Здравствуйте! Мы все знаем, что зарядка – это отличный способ, чтобы проснуться и подготовить наш организм к дальнейшим нагрузкам. Как всегда, начинаем нашу зарядку с разминки. Движемся сверху вниз. Сначала делаем 10 поворотов влево и вправо. Вперед и назад. Повторюємо за нашим кандидатом у майстри спорту жимолежачі, наш сьогоднішній тренер Марія Тернова. Таких 10 раз будет вполне достаточно, после чего спускаемся и разминаем наши плечи. Делаем вращательные движения по часовой стрелке сначала плечами, потом локтями и кистями. И потом против часовой в обратном порядке. С кистей, потом локти и плечи. Сделали так 10 раз, ставим ручки на пояс. Ножки можно поставить на ширине плеч. Делаем наклоны влево, вправо, вперед, назад. Тоже 10 раз. Делаем медленно все. Не напрягаемся. Маша, а ось наскільки потрібно робити все повільно і наскільки це важливо? Это важно для того, чтобы ни один сустав не вылетел со своего места, а также, чтобы мы проснулись и не теряли равновесие в вестибулярном аппарате. После того, как мы закончили, можно приступить к разминке ножек. Притягиваем к себе коленку к груди, стоим на ровненькой ножке и вытягиваемся. Делаем все очень осторожно, чтобы не потерять равновесие. Меняем ножку. Растянули. И теперь делаем коленки и голеностопы. Ставим ножки вместе и вращаем коленками сначала в одну сторону несколько раз, потом в другую. То же самое делаем с нашими голеностопами. По часовой стрелке, против часовой. Меняем ножку. После того, как у нас тело уже готово к нагрузке, мы будем выполнять комплекс зарядки. Сегодняшний комплекс больше подходит для наших милых дам, потому что в него включены упражнения на мышцы пресса и мышцы ног. Начинаем мы с наших приседаний. Мы уже помним технику приседаний, как делать. Будем делать их 10 раз. Помним о том, что когда садимся, делаем вдох. Встаем, делаем выдох. Достаточно будет 10 раз. Делаем как красиво, следим, чтобы спинка у нас была ровная. Повторюємо за Марією. Видох. После того, как мы сделали 10 раз, будем делать подъемы корпуса лежа на коврике. Ложимся. Наша главная задача – это поднять лопатки так, чтобы поясница оставалась на месте. Сделали вдох, когда опустились в ручки. У нас за головой. Тянем подбородок вверх и поднимаем лопатки. Делаем выдох. Вдох. Выдох. Достаточно будет таких 10 раз. Пока мы делали наш прессик, наши ножки успели отдохнуть, после чего мы можем приступить к новой работе на ноги. Это мы делаем ягодичный мостик. Исходное положение то же самое, что при подъемах корпуса лежа. Коленки у нас согнуты, как можно ближе лежат. Ручки вдоль туловища. Наша задача отодрать таз и поднять его выше до прямой линии с туловищем на выдохе. Сделали вдох. И на выдохе поднимаем. Делаем так 15 раз. Выдох. Вдох. Выдох. Когда мы закончили делать ягодичный мостик, можно сделать планочку. Планочке будет достаточно 20 секунд постоять, так как это отличное упражнение, которое помогает для всего организма. В нем участвуют почти все мышцы нашего туловища. Главное не забывать о том, чтобы поясница была всегда ровная, коленки прямые, а локти находились строго под плечевым суставом. Становимся в планочку. Важно помнить о дыхании. Ни в коем случае мы его не задерживаем. Мы стоим, напрягаем мышцы кобра, пресс, наш ягодицы и бедра для того, чтобы спина не прогибалась, не было вот таких вот изгибов. И точно так же, чтобы у нас таз не поднимался выше линии туловища. Стоим, как будто стеночку держим.
После того, как мы простояли 20 секунд, можно побаловать себя уже растяжкой. Этим можно завершать нашу зарядку. Так как у нас отработали мышцы пресса и ног, мы будем растягивать именно эти мышцы. Начинаем мы упражнение с кошечки. Становимся на ладошки и локти, максимально сутулим спинку, делаем выдох. И на вдохе прогибаемся медленно, дышим глубоко и спокойно, выгибаем спину. Растягиваем таким образом пресс. Достаточно будет сделать несколько раз. Вдох, выдох. После чего можно отвести таз назад и хорошенько потянуться ручками вперед, чтобы протянуть нашу спинку и поясничку. Вытягиваемся. Мы умнички. После этого можно сделать комплекс на ноги. Становимся, как раньше становились, наш глубокий выпад. Пяточку можно отокрывать. Опускаем, тянем таз вниз и делаем несколько пружинистых движений. Важно, чтобы таз двигался строго вниз, а коленка не выходила за проекцию середины стопы. Спинка у нас тронута. Можно держаться за коленку. Сделали несколько пружиночек, после чего ставим коленку задней ноги на коврик и сгибаем. Притягиваем носочек к туловищу. Так мы растягиваем нашу переднюю часть бедра. Дышим спокойно. Можно также продолжить делать выпады, тянуть таз вниз. Достаточно будет несколько раз так сделать. Ставим нашу ножку на место, поднимаем таз, делаем наклоны вперед. Тянемся ручками вперед. Важно, чтобы таз у нас не разворачивался в сторону, не гулял. Смотрим строго прямо. Поделали. После чего можно менять ножки. После того, как вы сделали комплекс зарядки, можно отлично закончить ее принятием контрастного душа. Помните о том, что ежедневное выполнение и постоянное выполнение зарядки будет готовить наш организм к ежедневным предстоящим нагрузкам физическим, умственным и эмоциональным. Всем хорошего дня! Дякуємо тобі, Марія, за таку позитивну яскраву зарядку.